Центр красоты «Реформа» предлагает всем, кто заботится о красоте своих волос, посетить незабываемые ритуалы красоты. Тем более, что в декабре при посещении ритуалов красоты или окрашивания вы получаете гарантированный подарок. Центр красоты «Реформа». Ваша красота – наше призвание. Улица Герцена, 58, запись по телефону 248-440. Культ поход. Ну что, действительно, начинается рубрика «Культ поход». Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Удельная. Слушатели, в ближайшие полчаса мы будем вам рассказывать, куда сходить, на что посмотреть, чтобы организовать свой досуг со вкусом. И будем, конечно же, разыгрывать билеты на концерты, выставки, спектакли. Так что будьте внимательны, звоните к нам по номеру 211-101, выигрывайте. Представлю гостей, которые сегодня здесь у нас в студии. Наталья Николаевна Исаева, народная артистка Российской Федерации, актриса Кировского драматического театра. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, лучше звучат бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты, да. А то. И Виктория Масленникова сегодня у нас здесь еще в студии, певица, преподаватель первой детской музыкальной школы. Виктория, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня столько красоты в студии, прекрасные дамы. И спонсор у нас сегодня нашего культпохода, генеральный спонсор, это Центр красоты «Реформа». Все мы знаем, что вот собрались пойти на спектакль, на концерт, провести как-то, ну вот так вот, культурно вечер свой. Необходимо куда сходить? Конечно же, в салон красоты, привести себя в порядок. Правильно говорю? Ну да, Федор Михайлович сказал, красотой мир спасен будет, понимаешь? А как же без салона? Только там можно привести себя в порядок. Так, салоном красоты мир спасен будет, а какой слоган? Виктория. Да? Ну, так-то зачем передергивать Федора Михайловича? Ну? Я не смею прерывать ваш диалог. Давайте про красоту душевную сегодня еще тоже. Обязательно поговорим. Вот эта тема. Да, ну я хочу напомнить, что Центр красоты «Реформа» находится на Герцена 58. Прекрасные мастера работают там. Можно и прическу себе сделать, и также уходовые процедуры, косметология, и все остальное, что необходимо нам, женщинам, да и не только, и мужчинам тоже, для того, чтобы выглядеть прекрасно. Да, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Это уже точно. Чисто мужская фраза. Герцена 58. Ну что, то, что касается у нас билетов, сегодня, слушатели, имейте в виду, у нас есть два билета в кинотеатре «Киномакс». Напоминаю, что туда сейчас билеты стоят всего лишь 99 рублей, а в формате «Ди-бокс» всего лишь 199 рублей. Как всегда, там много премьер. На любой фильм, который сейчас там показывают, вы можете, слушатели, сходить, и два билета с удовольствием я сегодня вам подарю. Также мы сегодня разыгрываем два билета в галерею «Прогресса». 10 декабря в 8 вечера там будет, ну как-то я не знаю назвать, концерт, спектакль. Приезжает человек, который, ну такой вот он и поет, и стихи читает, и на музыкальном инструменте играет. Псой Короленко к нам приедет со своей программой «Подснежные тапки», «Московские трубадуры» и «Бродячие ученые». Снова «Вятки». Один билет слушателям для вас я сегодня приготовила. Также в галерее «Прогресс» у нас продолжается выставка «100 чудес света». Это вторая коллекция от лучших фотографов мира. Два билета с удовольствием вам сегодня подарю. Разыгрываем мы также два билета в драматический театр 5 декабря, завтра комедия «В двух действиях. Клинический случай» и в воскресенье «Лгунья». Оба спектакля начнутся в 17 часов. Что касается театра на Спасской, 6 декабря фестиваль «Лаборатория современного танца и перформанса «Сдвиг»» начинается. Очень много гостей к нам приедет. Будет интересно 6 числа и до 10 декабря. Каждый день будут там проходить спектакли. Так что, слушатели, два билета сегодня вам тоже с удовольствием подарю. Наш номер, запоминайте, 211-101. Почему сегодня я пригласила к нам Наталью Николаевну и Викторию? Потому что совместный проект. Вот как сейчас перед эфиром Виктория очень интересно сказала, у нас полдень, да? А вообще-то полнолуние. Нет, полнолуние. Сказала, у вас полдень, а у нас да, полнолуние. Вот так вот. Почему полнолуние? Потому что совместный проект так называется. Что это за проект? В проекте вы не вдвоем. У вас есть еще третий человек, который, к сожалению, сегодня у нас в студии не присутствует. Кто это? Есть у нас еще один человек, который, как правило, как герой за кадром. Он играет очень важную роль, важную связующую, я бы сказала, такую функцию на себе несет. Но, как правило, его и в комментариях-то не очень упоминают, и на сцене он появляется только эпизодически. Это Сергей Беданцев, наш аккомпаниатор. Очень важно, чтобы музыка звучала всегда с каким-то инструментом. То есть я имею в виду песня, исполняемая голосом, звучала, да, а что за в компании. Это фортепиано. Фортепиано. Да. Сергей пианист, и без него, конечно, наш проект никак не мог бы состояться. Он не только хороший пианист, он еще и светлый человечек. Вы как решили объединиться? То есть Виктория – певица, а Наталья Николаевна – актриса. История… Или тоже певица. А? Или тоже да, певица. Да, но мне вообще… Поет тоже молодец, очень хорошо. Вообще-то актриса, да. Ну, иногда пою, да, в душе. Но иногда со сцены. Этот проект я вынашивала очень долго.
Ну, лет 10 точно, если не больше. То есть это ваша идея? Ну, да, вообще-то. Просто обрабатывали все вместе, но идея моя. Так, 10 лет уже. Название «Полнолуние» навел Мураками. Я влюбилась в этого автора, и, в общем-то, это легло на душу, и, в общем-то, объединил нас всех троих очень так крепко. Вот. А то, что я всегда хотела... Я просто немножко заскучала в театре, и меня потянуло на приключения. То есть это не театральный проект, не в рамках драмы, да? Нет, это... Но в театре он тоже будет. Он будет, будет, да. Да, 26, 27, 28 и 30 декабря. А до этого показывали на площадке книжного клуба 12. Да, два раза мы уже показывали эту вещь на площадке. И публика близко, играть у ноги очень сложно. И, ну, это прикольно. Новое ощущение, да? Не как, да, это как малая сцена. Mm-hmm. Это как малая сцена, когда вот... Вот. Все рядом, все близко, и ни одной морщинкой врать нельзя. Понимаете? Нужно жить, 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 жить и не вырубаться из процесса. Вот мы, в общем-то, пытаемся, поскольку Вика, это ее первый опыт, да, такой литературно-песенный, поэтому и сленг-то у меня, я говорю, соблюдайте мизансцены, и у нас по этому поводу были тоже терки, потому что соблюдать мизансцену — это главное условие любого действа. Но, тем не менее, Вика прониклась, и, в общем-то, мы... Виктория, как с мизансценой? Ну, ох, Вика мне... сама расскажет, да. Мне очень непросто, конечно. Мало того, что Наталья Николаевна обладательница мощнейшей харизмы, рядом с которой я робею и начинаю дрожать. Да ладно. Да и, в общем-то, роль для меня непривычная, потому что я для себя нашла с годами определенные вполне амплуа в сольных концертах. А здесь нужно все время быть в контакте с партнером. Мне вот до сих пор это как-то не свойственно было. Я все еще вживаюсь. Я в процессе. Ну, ничего. И рассчитано, медленно, по всей видимости, на какой-то узкий круг, да? Зрителей, слушателей, нет? Володь, нет, ты для клуб большого зала. Клуб 12, ну, видел? Да. Ну, это там маленький пятак, да, там, да. Все рядом. И там аппендикс справа, mm-hmm. и колонны по центру очень сложно, да, объять необъятное, потому что это постоянно все прячется. Ты имеешь в виду аудиторию, кто приходит? В драме вы где будете? На сцене, на большой. На большой, да, сцене. Да, да, да. Владимир имеет в виду аудиторию, да, кто приходит. Числе, кто приходит. Разные аудитории. На кого рассчитан? Ну, проект, честно говоря, женский. 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 Мужчины нас терпят. Но всякий раз Серегу жалеют. Типа говорят, ну, вы не обижайте парня-то, хоть налейте ему, что ли. Понимаете? То бишь, настолько мы этой женской темой немножко нагружаем мужской мозг, но, тем не менее, они нас терпят и даже улыбаются. То есть какие-то нотки феминизма там звучат? Нет, Володь, нет. У нас все оптимистично. Я думаю, что женская тема, она извечная тема. Мы же порой сами себя боимся. Потому что не знаем, что дальше через 5 минут с нами будет. Это где я приземлюсь-то дальше, понимаете? И вот поэтому и называется «Странности любви». Почему полнолуние? Потому что в полнолуние обостряются все чувства. И не только у нас, женщин, но и у вас, дорогие мои. Мужчины. Да. У вас, мужчины. И мы говорим за эти темы. Но главная тема – это любовь и созидание. Это желание семьи, детей, элементарного женского счастья. Чтобы чистое небо, мирное было, да? И поэтому тема «Любовь», она конвой проходит как через стихи, так же, как через Викины песни. И когда мы собирали этот материал, мы очень много шерстили, набрали очень много, потом убирали. И я по своему чтецкому материалу, Вика по песенному материалу, что-то элементарно, чтобы сложить это все в один пазл, а что красиво. Что за материал? Кто автор? Или кто авторы? Авторы наши замечательные поэтессы, вот новая формация, да, 30-летняя Ирина Астахова. Очень любопытная девочка. Я просто полюбила ее стихи. Вика мне дала ссылку, и я изучила все ее творчество и хотела приобрести книгу, но они продаются только у нее на концертах.
Востребованная девочка. Потом есть такая очень хорошая, тоже своеобразная, харизматичная девочка Вера Полоскова. Я читаю ее стихотворение. Есть стихи Юлии Друниной, есть стихи новеллы Матвеевой. Ну, в основном, а конечно... Веру Павлову не взяли? Мне кажется, тут по тематике очень-очень подходит. Необъятного. У нас одно отделение, и пойдет оно час 30. Что касается песен, да. Виктория, какие песни звучат? Я бы хотела вернуться к вопросу о публике. Так. Не стала бы делить ее по половому признаку. В общем-то, все, кто так или иначе испытал чувство под названием «любовь», они все могут прийти на наш концерт и вместе с нами все пережить, то, что им довелось уже на веку. А песни? А песни, вот, знаете, тут скоро прозвучит одна в эфире, поэтому я бы не хотела всех авторов называть. А давайте мы уже начнем с нашими слушателями играть, потому что я у нас все-таки викторина, очень много билетов, хотелось бы их подарить. И всегда, я напоминаю, когда приходят к нам гости, я прошу, чтобы каждый подготовил какой-то вопрос. Сегодня не исключение. Виктория, ваш вопрос. Уже петь? Да. Давайте. Небо волнами, прямо под нами, можно руками луну. Мокрые звезды с пальцев, как слезы, в темном бездонном тону. Соспантене, тоненькой вене, ты чистотою лови. Просто дотронься, вены не бойся, рядом со мною плыви. Корабли пропускай над собой, смотри в облака. Как же я люблю, когда поет Виктория Масленникова. Вика, спасибо огромное. Браво. Браво. Спасибо. Вопрос спасибо. Какой? Вам. Вопрос. Кто исполнял некогда эту песню? Как, да. Какая была певица? Как ее звали? Ну, певица продолжает оставаться. Она есть. Она есть? Она просто сильно повзрослела? Это маленькая подсказочка нашим радиослушателям. Да. У меня есть ответ на этот вопрос. На у меня деле, тоже. Да, слушатели, 211-101, наш номер телефона. Набирайте. Напоминаю, что если дадите правильный ответ, вы сможете сами выбрать, какие хотите билеты. Это либо два билета в кинотеатр, Киномакс на любой сеанс, либо в галерею «Прогресса». Приезжает к нам Суй Короленко 10 декабря. Есть у меня один билет. Два билета туда же в галерею «Прогресса» есть и на выставку, драматический театр, театр на Спасской. Билеты тоже имеются. И слушатель у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Хочу предположить, что это Жанна Бичевская. Нет. Я тоже нет. Она тоже повзрослела, но единственное, что связывает с этой песней. До такой степени. Извините. Еще попытку. 211-101 наш номер телефона. Слушатель, на самом деле, очень простой вопрос. Набирайте нас, они этого ждут. Мне случается иногда слушать другие радиостанции. Я слышу эту песню. Она звучит сейчас в радиоэфирах. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Александр. Тоже Александр. Да, слушаем вас. Ваш ответ? Юлия Савичева. Конечно. Ну что, все правильно. Браво, да. Александра, какие билеты мне вам подарить? А вот на завтра в драмтеатр, по-моему, два билета. Так, завтра в драматическом театре комедия в двух действиях «Клинический случай». В 17 часов два билета я вам дарю. Спасибо большое за участие. Ну что, мы продолжаем. Наш номер по-прежнему 211-101. И следующий вопрос от Натальи Николаевны. Ага. Дорогие мои, скажите, пожалуйста, это строки из стихотворения, из автор, который заплелась. Давайте так сначала. Хорошо. Эти строки звучат в замечательном фильме «Служебный роман». Я читаю первое, начало самое. «О мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора. Как долго я играл роль, не опираясь на партнера». Скажите, кто автор этих строк? Варианты такие. Юлия Друнина, новелла Матвеева, Белла Ахмадулина. Слушатели, 211-101, наш номер телефона, звоните, попробуйте, возможно, как раз вы станете победителем, я с удовольствием вам подарю билеты. Слушатели у нас уже есть. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Угу. Так, сегодня у нас уже третий Александр. Одни Александр. Предположу, что это Белла Ахмадулина. Правильно. Правильный ответ, да. Сегодня отвечают правильно. День побед сегодня. Александр, какие мне билеты вам подарить? На Киномакс.
В Киномакс. Киномакс. Все отлично. Любой фильм можете выбрать, сходить, посмотреть. Слушатели, но вы вот не выиграли, не отчаивайтесь. Билеты сейчас в Киномакс стоят всего лишь 99 рублей. 211-101 наш номер телефона, наша викторина продолжается, и мы продолжаем задавать вам вопросы. Следующий вопрос от Владимира. От меня, да? Но раз уж у нас Александр выбрал билеты в кино, у меня вопрос будет связан и с кино, и с театром, вот так скажем. Давайте поиграем в такую игру. Исключи лишнее. Я сейчас назову, произнесу, вернее, 5 слов, 5 фамилий. Вам нужно определить, какая фамилия лишняя. Итак, внимание. Барац, Хаид, Рабинович, Демидов, Ларин. 5 фамилий. Нужно исключить одну фамилию. Да. Кто лишний? Лишнее зачеркнуть. Я такое недоумение присутствующих в студии. А кто отвечает? Сидящий в студии? Давайте тоже поиграем. Мы можем легко, каждый зачеркнет. У меня есть ответ. У нас есть слушатели. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Влад. Влад. Барац, Хаид, Рабинович, Демидов и Ларин. Рабинович. Рабинович. А почему именно Рабинович? Ну, это четверка юмористов, известно, Рабинович там лишний. Да, я имею в виду квартет И, безусловно. Да, Леонид Барац, Ростислав Хаид, Александр Демидов и Камиль. Что, Влад, быстро догадались. Ларин, Рабинович. Да, мы вас поздравляем. Да. Билеты выбирайте. Спасибо. Куда? Завтра нет уже, да? Завтра уже нет. Ну, вы знаете, вот есть два билета в галерею «Прогресса» на выставку «100 чудес света». Вы можете и завтра туда сходить. Один билет там, да? Два билета. А еще? Ох, Влад, ну вот смотрите. Да, в галерею «Прогресса» один билет могу вам подарить на «Псу и Короленко». Два билета на выставку «100 чудес света». Остались у нас два билета в драматический театр на спектакль «В воскресенье Лгунья». И также два билета в театр на Спасской. Тут у нас будет фестиваль «Лаборатория современного танца» и перформанс «Сдвиг» с 6 по 10 число. Вот туда два билета тоже имеются. Хорошо, драмтеатр. Драматический театр, да, в воскресенье на Лгунью. Спасибо вам большое за участие. Поздравляем вас. Трубку не кладите. Редактор вам расскажет, как вы билеты сможете свои Света, забрать. А уточни, вот этот билеты на сдвиг, они на все дни, да? Нет, нужно выбрать... Вы должны выбрать какой-то один день, посмотреть, ну, что вам там больше нравится, посмотреть расписание. Очень много всего интересного. Уже очень много гостей. Приходила Ирина Брежнева к нам, художественный руководитель театра танца «Миграция». Рассказала, кто к нам приедет. Ну, действительно, очень-очень интересно. Слушатели, имейте в виду, 6 по 10 декабря в театре на Спасской и потом еще в галерее «Прогресса» тоже мероприятие в рамках этого фестиваля будет. Николай, вопрос от вас сейчас. Ну, у меня вопрос всегда про рок-н-ролл. Очень хорошо. Секс. Ну, мы все прекрасно... А сегодня... Нет, вот, этого я не кстати, говорил. Кстати, успеем, да, я тоже да, про да. рок-н-ролл сегодня еще задам. Все вопрос. Прекрасно знаем, что американцы очень любят все переделывать, да, там французский фильм переделывают на свой и так далее. Не коснулось это в том числе, конечно, рок-н-ролла, в том числе у Элвиса Пресли. Есть очень много популярных песен, которые почему-то считаются американскими, хотя на самом деле они ведут свое начало от неаполитанских песен, да? В том числе такая знаменитая песня «It's now or never», «Сегодня, сейчас или никогда». Я предлагаю вам просто сказать, из какой неаполитанской песни, которую очень часто поют в России, исполняют классические певцы, получилась эта песня Элвиса Пресли. И три варианта. Первый вариант – «Вернись в Соренто». Второй вариант – «Скажите девушке подружке вашей». И третий вариант – «О, мое солнце». Из какой из этих трех неаполитанских песен получился хит Элвиса Пресли «It's now or never»? Ну что, напеть, может быть, да? Пожалуйста. Да? Знаете? Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Ответ очевиден. Как тебе сказать? Прекрасно. Слушатели у нас уже есть. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь. Александр. Тоже Александр. Это сегодня какая-то такая пятница. Интересно, все Александры нам звонят. Ну что, ваш ответ? Вернись к Соренто. Как же так-то? Да как же так? Давайте, Николай, еще раз. Еще раз все варианты и еще попытку дадим. Давайте все-таки скажите девушке подружке вашей. О, мое солнце. О, соле мира. О, мое солнце. Александр. Александр, у вас есть шанс. А? О, мое солнце. Конечно! Вы совершенно правы. Бинго! Александр, поздравляем вас. Билеты какие вы хотите? На сдвиг, да. Отличный выбор. Да, два билета на фестиваль «Лабораторию современного танца и перформанса «Сдвиг». Два билета. Александру, трубку не кладите. Редактор расскажет, где вы билеты эти сможете забрать. Ну что, у нас остается... Да, Виктория. Светлана, у меня вопрос онлайн. Почему в этом эфире разыгрываются билеты не на наш спектакль? Потому что мы на ваш спектакль еще обязательно разыграем. Я напоминаю слушателям, что полнолуние будет 26, 27, 28 и 30 декабря в драматическом театре. Ближе к этому мы обязательно
обязательно еще разыграем, а сегодня мы анонсируем. Мне кажется, все закономерно. Все правильно. Все правильно. Что, вопрос от Светланы Удельной еще? Вопрос, да, от меня. Ну, вот, на самом деле, у меня был подготовлен другой вопрос, но Николай сейчас как-то навел на меня вот такое настроение рок-н-ролла, рокобили. Я вспомнила, что моя любимая группа Шейкерс, наша шейкерская группа рокобили, банда Шейкерс выступит завтра в Клевер-пабе. Слушатели, вот если вы были когда-либо на концерте этих ребят, или, может быть, видео видели их выступление, или на фотографиях, фронтмен этого коллектива Роман Чащин, он старается одеваться, ну, по стилю 50-х годов, и он делает себе прическу такую же, какую делал себе Элвис Пресли. Многие в те годы, как называется эта прическа, и чем он ее себе делает? То есть не лаком, не гелем, а вот как вот, вот это вот средство называется? То есть прическа и средство для укладки. 211-101 наш номер телефона, ну просто ведь, да, действительно, Виктория. А средство для укладки, видимо, какое-то народное, да, какое-то? Конечно, народное. Народное средство. Народное. Народное, только не наше, не нашего народа. 211-101, звоните, отвечайте на этот вопрос. Да. У нас еще есть билеты, в частности, у нас еще остались в галерею Прогресса, да, на выставку. Боже мой, как-то никто до сих пор не забрал два билета. Звонит сам Роман Витер. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Константин. Константин. Ну что, как прическа называется? Я вот точно не помню, типа вихор такой делается. Да-да, и вот что это такое? Три буквы. Так. Опасно с тремя буквами. Опасно, в эфире тем более. С помощью бриолина. Бриолин, правильно. А прическа называется кок. Кок, кстати, тоже три буквы, которые значат на английском языке то, что нельзя говорить по-русски. Ну, что ж, да. Бриолин, прекрасно. Константин, ну что, сходите? Вот я думаю, на Псу и Короленко я бы вам рекомендовала. Там один билет, а нас двое. Ну, давайте я два билета вам отдам. Конечно. На Псу и Короленко. Ну, действительно, что одному идти? Поэтому приглашайте, кого хотите. Вдвоем сходите 10 декабря в 8 вечера в галерее Прогресса Псу и Короленко с программой «Подснежные тапки». Трубку не кладите. Редактор вам расскажет, как билеты вы сможете свои эти забрать. Спасибо большое за участие. И вот у нас время уже подходит к концу нашей программы «Культ поход». Напоминаю еще раз, 26, 27, 28 и 30 числа в Драматическом театре новый проект «Полнолуние». Наталья Николаевна Исаева, народная артистка Российской Федерации, актриса Кировского драматического театра, Виктория Масленникова, певица, преподаватель Первой детской музыкальной школы и Сергей Баданцев. Да, все это будет. Фортепиано. Ну, еще там будут танцевать дети из лицея художественного. Слушатели, я ближе к делу вам еще об этом обязательно напомню. Здесь культ поход у нас каждую пятницу. Поэтому билеты разыграем обязательно. Да, билеты, конечно, разыграем в 12 часов. Будьте внимательны. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Да. Светлана Удель, Владимир Сметанин, Николай Голиков. Ну, я остаюсь. Николай остается. Да. Мы прощаемся. Дневной разворот в Кирове сегодня, который называется «Пятница мужская». Мужская. Да? Мужская пятница. Где же она? Культ поход. Культ поход. Прощаюсь.